Пару слов о пиаре, поговорим о горячих пиар-клавишах. Есть такие клавиши, которые убыстряют вашу работу, делают ее более оптимальной, энергоэффективной и все такое прочее. Ну, например, все знают, там, нажать системную клавишу и D – это рабочий стол, или там Ctrl-A – это выделить все, или там еще что-нибудь и свернуть, заблокировать компьютер. То же самое есть и в пиаре. Например, вам нужно срочно распространить пресс-релиз. Вы идете на, скажем, pronline.ru или там soft PR release, если пресс-релиз по IT, и одной клавишей распространяете пресс-релиз по 50, 100, 200 источникам. Но самое, конечно, интересное – это горячая PR-клавиша, это ваш знакомый журналист. Если у вас есть такой журналист, вы ему звоните, и завтра эксклюзив в новостях. Но есть еще интереснее горячие пиар-клавиши, когда вы сам становитесь журналистом. Помощь сайты РИА Новости, Ты репортер, Live News или же Часкор. Вы увидели новость, вы зашли на свой аккаунт и опубликовали там ваше сообщение. Чем не горячие пиар-клавиши? Будьте энергоэффективными и больше успейте.